Здравствуйте, мы вернулись, мы снова здесь, и добро пожаловать на второй осенний сезон Пашбайка. Как же приятно снова здесь оказаться. И сразу хочу предупредить, что сегодняшний выпуск будет немножко необычным, а посвящен он будет моей подготовке к следующей передаче, в которой я буду модернизировать мой велосипед и багажник. И вот то, что я купил для него. Я купил в первую очередь заднее стальное колесо, две покрышки летние, два крыла алюминиевых хромированных, два задних зеркала и фару переднюю. Так как уже вечер, единственное, что я смогу успеть, это поставить ручки для велосипеда. Сейчас я объясню, как их нужно ставить. Первое, что нужно сделать, это нужно их сначала распарить в кипятке, а потом уже горячие их ставить. Сейчас мы нагрели воду и засунем эту ручку. Сейчас их уже пора доставать. Нужно все делать очень быстро, чтобы она не остыла. Это, конечно, достаточно тяжело, но уже намного легче, чем холодная. Так вот мы поставили ручку. Отлично, теперь вторую. Так, и теперь ставим на правую сторону. Входит достаточно легко, так как она хорошо нагрелась. Делаем все с тряпочкой вначале, чтобы не обжечь руки. А дальше уже вкручиваем рукой. Смотрим на конец, чтобы не перетянуть. И вот примерно так оставляем. И осталось только обрезать это. Итак, воскресным утром я приступил к работе. Кроме того, что мне пришлось купить некоторые части для велосипеда, как я уже показывал, колесо и крылья, мне пришлось закупить некоторые детали и для моего багажника старого, который мы тестировали в предыдущем сезоне, в предыдущих выпусках. Так как эта езда будет происходить достаточно долгое время, то мне не обойтись без какого-либо пайка и питья. Для этого мне придется взять этот багажник. Но так как эта езда будет происходить еще и ночью, то мне придется прикрепить к нему некоторые фонари, габариты. Для них мне пришлось купить вот эти вот две батарейки по 4,5 вольта. К ним две маленькие лампочки по 2,5 вольта. Пришлось купить два магнита, чтобы крышка багажника прилегала более плотно и не дребезжала. Пришлось купить красный маркер, так как раньше пленка продавалась прозрачная, красная. Сейчас таких не продают, и мне пришлось купить маркер, чтобы вот эту пленку, которую я буду крепить сверху габарит, ее раскрашивать красным. Ну и пришлось купить четыре пачки саморезов, чтобы крепить магниты. Все остальное у меня уже было, фольга для отражателей и вот эта наша пленка. Ну и сейчас я приступлю к работе, сейчас уже 10:30, но у меня достаточно много дел, поэтому я приступаю. Итак, для начала мне нужно вот этот кусок материи приклеить вот сюда, чтобы закрыть пространство вырезанной ткани после того, как я делал дырку в моей фаре в заднем габарите. Вот, сейчас я вырежу по размерам и обрежу. Вот так, я заделал эту щель и приступлю теперь к другому. Прежде чем крепить электронику, сначала нужно будет прикрепить вот эти вот магниты, которые мы купили. Первый магнит будет расположен вот на этой крышке, чтобы примагничивать ее вот так. Второй магнит на верхней крышке вот здесь, чтобы примагничивать ее вот таким образом. Вот сбоку. Вот так. Таким образом обе крышки не будут дребезжать. Для того, чтобы было удобнее работать, я высыпал мои саморезы вот так, чтобы можно было проще их взять, какой мне понадобится. Для вот этих двух железячек мне понадобятся вот эти с большими шляпками.
Так, мне их надо 4. Вот, в каждую я засуну по 4. А для магнитов понадобятся точно такие же, только с тоненькими шляпками. Также берем 4 штуки. Вот так, каждому по 2. Итак, после того, как я уже стал крепить магниты, я понял, что крепеж к верхней части сбоку не настолько эффективный. Вот, я могу это продемонстрировать. Сначала я хотел первый магнит прикрепить вот сюда, а второй вот сюда, к верхней части. Какую модернизацию я сделал? Этот магнит я буду крепить сюда, только я хотел вот так, а теперь я прикреплю его вот так, чтобы вот эта вот железная часть подвижная шла к магниту и примагничивалась. А второй магнит будет, вместо того, чтобы на краю быть, он будет вот так посередине, железка будет вот здесь, а сам магнит будет крепиться вот сюда, посередине. Таким образом, магниты будут хорошо примагничивать не сбоку, а уже вплотную. Отлично, я собрал первый магнит, и вот посмотрите, что получилось. Железячку я прикрепил вот к этой подвижной части, а магнитик вот сюда. И вот посмотрите, как это все работает. Отлично, держит и превосходно работает. Ну а теперь я займусь сборкой второго магнита. Все готово. Как вы можете видеть, я прикрепил и второй магнит, и все, конечно же, работает. Ну и в заключение можно сказать, что мало того, что магниты достаточно хорошо работают, они расположены в достаточно удобных местах. Первый сбоку, достаточно неприметно, а второй посередине, как и в автомобилях, центральные замки ставят посередине. Так что все отлично. Так как я приделал только что магниты, у меня есть время на перекусить. А потом я буду крепить уже электронику к фарам. Итак, как я уже говорил ранее, сейчас я буду приделывать к моему багажнику электронику, к моим фарам. Первое, что мне нужно сделать, это из этой кучи проводов выбрать те, у которых только один достаточно толстый провод. Не вот такая вот кисточка, а где только один толстый провод, чтобы они не перегорали. Итак, в одну сторону я кидаю провода с толстым проводом, которые мне нужны, а в другую сторону кидаю те, которые мне не нужны. Берем любые, главное, чтобы они подходили. Провода также у меня были, я их не покупал. Вот таким вот образом мы отсеиваем нужные нам провода и в другую сторону кидаем те, которые нам не нужны. Итак, сейчас я собираюсь сделать коробку вот для этих вот двух батареек. Значит, мне нужно сделать днище. Между ними будет вот такая вот перекладина. Это будет выглядеть так. Потом надо будет сделать боковины, здесь площадки. А сверху будет панель с 4 кнопками, чтобы запускать эти батареи. И сейчас мне надо будет отпилить одну из этих палочек. Поехали. Thank you.
чтобы деревяшку не закусило, в конце нужно делать вот так вот осторожно, пропиливая. Готово. В общем, таких мне нужно будет изготовить достаточно много штук. Что ж, уже стемнело, а я думаю, что успею только доделать вот этот переключатель для наших габарит. Ну и на этом, пожалуй, на сегодня все. А продолжим мы завтра. Итак, на следующий день. Я встал рано утром, чтобы продолжить делать мою коробку для батарей. И пока она клеится, я решил посмотреть, что там с фарами. Я обнаружил кое-какую проблему. Я сейчас ее продемонстрирую. Я понял, что пленка будет крепиться вот здесь. И она будет расположена очень близко к лампочке, которая будет сильно нагреваться и, возможно, расплавит мою пленку. Поэтому я решил, что надо сделать палочки повыше, чтобы пленка была на большем расстоянии от лампочки. И вот что я сделал. Я приклеил еще второй слой таких палочек и зажал их зажимами. Таким образом я сделаю и на второй фаре. Ну а теперь пришло время заняться мне электрикой. И сейчас я буду крепить провода. Панель управления для батареи я уже сделал. Сейчас я буду удлинять вот этот провод, чтобы довести ток до второй габариты. Сейчас я оголю немного провод, чтобы второй провод на него насаживать. Вот таким образом и продляем. Понадобится еще один. У меня небольшая проблема случилась. Я думал, что мне синих проводов хватит, но оказалось, что их недостаточно, и мне придется теперь еще взять и вот эти разноцветные, иначе мне просто синих не хватает. Сейчас я распутаю эти и буду тоже их крепить. Хорошо, что провода вообще есть. Когда я прикрепил все провода, мне теперь придется крепить их к лампочке. И вот что я сделал. Вот то, что будет зажимать лампочку. Это я вставлю вот сюда. Вот таким образом. И то, что сейчас торчит, вот эта проволока будет как бы там внутри. И чтобы это сделать, я сейчас намотаю эту проволоку на лампочку, а потом вставлю в эту дырочку. И посмотрим, что получится. Итак, только что я закрепил все провода, и сейчас я буду их прижимать степлером к крышке багажника. Вот так. А теперь я буду крышку панели управления делать. Итак, батарея готова. И можно ее вставлять. Готово. Ну а теперь я буду прикреплять провода к контактам батареи. Вот правая габарита загорелась, значит мы будем верхние
провода прикреплять, а нижние пока оставим неприкрепленными, нетронутыми. Вот и левая горит. Так, и теперь возьмем нашу панель, которую мы будем прилаживать сверху. Так. И так как сейчас нам понадобится больше места, остатки проводов мы уберем. И поставим багажник вот на табуретке. Так, держатель. И будем работать. Когда я уже начал прикреплять вот эту панельку, меня осенило. В общем, я зря делал вот эти вот переключатели, потому что они, как я посмотрел, выглядят немножко жибло. В общем, я решил купить два вот таких вот переключателя, уже покупных, настоящих. И, в общем, сейчас я сниму все вот эти переключатели самодельные, которые делал я, и поставлю, сделаю какие-нибудь тут зажимы, чтобы держались те переключатели вот на этой панельке. И сейчас я к этой работе приступлю. И теперь из-за моей модернизации с переключателем нужно удлинить вот эти вот провода. Теперь, чтобы вот этот провод проходил через переключатель и попадал вот на эту клеймочку, ну, пришлось его удлинить. И теперь это также придется удлинить вот этим вот проводом. Сейчас мне нужно его оголить, для того, чтобы потом удлинять. В общем, я могу сразу сказать, что с этим багажником очень много хлопот. Но думаю, что это будет того стоить. Да. Так, и теперь с этим проводом также. Отлично, теперь присоединяем. Так, и теперь заголяем на этой стороне. И на втором проводе. Так, провода заголел, и теперь будем проводить через переключатель. Так, ну я думаю, шило уже нагрелось. Попробуем теперь сделать дырочку, нужную нам. Похоже, шило слабо греется. Значит, надо еще немного погреть. Да, свечи не так уж и сильно. Пока.
пока греется шило, я немного поясню, для чего мы делаем дырочки. Чтобы провод проходил сквозь переключатель и шел на клеймы с нашими батареями. Только тогда мы сможем спокойно включать и выключать наши фары. Задние габариты. Так, а вот и отлично. Так, и теперь, я думаю, также вторую. Если посмотреть, чем мы тут занимаемся, смех и грех. У нас из-за парафина погасла свеча, и сейчас я разжег ее снова, чтобы продолжать делать дырочки. Надо сделать побольше. И так как это все немножко отражается на зрении, я одел солнцезащитные очки. Просто когда долго смотришь на освещение, потом плоховато видишь. Так что я приподобился сварщику. Так, посмотрим. Отлично идет. Делаем дырочку пошире. Я думаю, что стоит и с этой стороны тоже немножечко. Вот опять свеча падает, фитиль падает в парафин, и мы видим, что огонь немного гасится. В общем-то, это не очень хорошая, приспособленная к этому делу свеча. Однако, предыдущая совсем не хотела гореть. Так что этой нужно отдать хоть какое-то предпочтение. Так, ну я думаю, такой дырочки нам хватит. И теперь с этой стороны также, пока свеча не погасла. Это, конечно, довольно долгий и кропотливый труд. Я 2 часа потратил, чтобы делать предыдущий переключатель, и так она гасится, гасится. Она погасла. Но я все же успел сделать кое-какую дырочку. Итак, посмотрим, что из этого получилось на проводах. Итак, я понял, в чем проблема этой свечи. Она слишком широкая, и поэтому фитиль выгорает в середине, и за счет этого там скапливается парафин, и свеча тухнет. Сейчас я по краям обрежу эту свечу, чтобы парафин стекал. Так как мне снова придется на втором переключателе также выжигать дырочки. Поэтому сейчас я таким образом. Вот. И мы зажжем. Отлично, мы прожгли еще одну дырочку, и сейчас будем также вставлять в нее провода. Итак, я уже сделал панель управления с батарейками и нашими новыми переключателями. И теперь мне нужно сделать здесь 2 таких прорезика, небольшие щели, чтобы можно было с легкостью доставать батареи, иначе их просто будет не достать, а с панели управления тем более, иначе мы сбередим все провода. Это свет, чтобы я мог что-то видеть.
отлично. Ну и так буду продолжать я. Итак, я просверлил уже дырочки для батареи, и теперь я буду, мне нужно прибраться. Хороший пылесос. Отлично, мы прибрались, и теперь я наконец-таки вставлю панель, и мы закончим, надеюсь, с электрикой. И сейчас я буду крепить, значит, вот эту панель управления уже на блок наш. Она достаточно жиблая, поэтому нужно вставлять ее очень аккуратно. Я приклеил здесь дополнительные палочки, чтобы она как бы выдвигалась и держалась более плотно. Тут все достаточно примитивно и жибло, так как все, конечно же, самодельное. Но надеюсь, это будет работать. Вот таким образом. И вставили. Ну и теперь нужно разбираться с проводами. Уже 10:30, и я поставил уже панель управления, значит, с переключателями, подключил один габарит, как мы видим, он работает, правда, плохо. Вот, ну и сейчас я прикреплю, значит, провод второго, и мы проверим его. Я их все уже по длине раздел, так что осталось только соединить. Блин. И уже сделать все как нужно. Завтра я куплю изоленту и уже все это изолентой изолирую, потому что, как выяснилось, у меня нету ее. Хотя я думал, что она есть. Вот таким образом сверху, значит, еще болтики. И мы вот эти крышечки поставим сверху, чтобы это все было не так страшно. Ну, а сейчас проверим. Кстати говоря, пока я не прикрепил вот эти вот болтики, вот этот вот габарит не работал. Точнее, работал, но от переключателя это все не зависело. Так что, если будете этим же заниматься, то учитывайте каждую мелочь. Ну что, теперь, я думаю, на сегодня все. И продолжим мы завтра. Итак, пятый день, и мы с вами продолжаем. Вчера вечером, как вы помните, я проверял фары, и они горели. Но спустя сутки утром я проснулся, попробовал включить, и ничего не работает. Видимо, эти выключатели все-таки рассчитаны на 220 вольт. И такое маленькое напряжение они все-таки пропускают, и батарейки тратятся. В общем, я не стал заморачиваться с теми же батарейками по 4,5 вольта и купил вот эти вот маленькие по 9 вольт. Они в два раза мощнее, и проблема в том, что они меньше, и мне придется вот этот вот наш блок, куда мы вставляли батарейки, его как-нибудь изменить. Так что сейчас я буду заниматься этим, но я думаю, все получится. Итак, немножко подумав, я понял, как крепить наши батареи. Я их буду крепить прямо на их упаковке. Упаковки будут клеиться вот сюда, вот таким образом. Это будет занимать, конечно же, меньше места, чем деревянный ящик. А потом я столкнулся со следующей проблемой. Теперь уже того ящика нету, и непонятно, как крепить вот эту панель с переключателями. И до этого я тоже додумался. В общем, я сделаю методом треугольника, уголка. Вот таким образом. Вот так приклею сюда и будет держаться. Ну и, соответственно, батарейки туда, тут прорез, и все будет подключаться. Вот так. День 6, и я продолжаю. Я уже вырезал и одну ячейку приклеил для нашей панельки, покрасил ее. И сейчас буду клеить вторую.
К сожалению, этот осенний выпуск мы снимаем в сентябре, а это значит, что мне приходится ходить в школу, и съемки получаются не настолько продолжительными. И мы начинаем снимать около 5 вечера. Но я думаю, это не помешает нам снять хороший сюжет, как я все сделаю. Вот таким образом приклеиваем. И потом эту уже панельку я буду прикреплять на... в сам багажник, и там дальше уже разберемся. Электроника у нас, как вы помните, готова. Ну что ж, я уже сделал, значит, нашу панель управления с батарейками. Вот эту вот, куда все вставляется, все тут видно. И теперь я буду приклеивать, значит, выключатели вот так. Таким образом, батарейки будут спокойненько вот так выходить, и конструкция будет намного проще, чем, значит, была до этого с предыдущими батарейками. Сейчас я все приклею. К сожалению, мало света и приходится светить, но ничего не поделать. Придется, скорее всего, эти вот проводки тоже удлинять, потому что иначе ничего по-другому не сделать. Их не хватает, они рассчитаны были, конечно, не на такую конструкцию. Вот таким образом и приклеиваю. Приклеить главное очень ровно, чтобы потом ничего не сдвинулось. Вот так и прижать. Итак, я только что подкрепился, и меня осенило. Я понял, почему предыдущие батарейки вышли из строя. Это случилось из-за того, что я напрямую подсоединил провода, и, в общем, они, ну, в общем, неправильно подсоединил их. И сейчас мне придется снимать выключатели, чтобы подсоединять уже по-другому. Так что дело было не в батарейках. Сейчас я сниму оба выключателя и уже поточнее посмотрю, как лучше присоединить. Как-то тут все шатается. Наверное, лучше взять другую отвертку. Теперь отсоединяем клеймы. И я буду разбираться, что не так. Теперь я буду новой изолентой, которую я недавно купил, буду, значит, изолировать теперь наши новые провода. Пришлось сделать там новую скрутку. Чёртова изолента. Вот. Вот этот провод нам нужно теперь изолировать нашей изолентой. И таким образом я буду делать все провода. Итак, сейчас я покажу, в чем была моя ошибка и что я изменил нового. Итак, значит, первый провод крепится вот к этой клейме, и на ней закрепляется, они проходят насквозь, как раньше. Второй провод также закрепляется вот у этой клеймы и идет к батарейке. А третий провод проходит насквозь выключателя и также идет к батарейке. Тем самым цепь, получается, размыкается, а не проходит насквозь. И вот так надо было делать. И сейчас я, значит, все это закрою, так как это уже... Первый выключатель у нас готов.
Сейчас я закрою его крышкой и приступлю к второму. Вот такая вот была моя ошибка. Конечно, с ней я потратил много времени. Вот таким образом. Отлично, первый выключатель готов, и таким же образом я буду делать и второй. Итак, спешу вас обрадовать, я наконец-таки закончил с электрикой, и сейчас вот... В общем, я закончил с электрикой, и завтра же я приступлю к покраске. Ну и на этом мы заканчиваем наш 6-й день. Спасибо и до завтра. Итак, как вы видите, мы снова здесь. 7-й день. Ну, как вы помните, уже электрика у меня не получилась, и я ее оставил. И, в общем, я теперь буду красить наш багажник морилкой. Он уже покрашен, но теперь я буду его уже лучше красить, чтобы цвет был более темным и ярким. Также надо покрасить и вот эти вот крепежи для спойлера. Я их сделал, чтобы крепить спойлер. Но это вы увидите в следующих, я думаю, выпусках, когда я буду тестировать спойлер. Ну, в общем, таким образом я буду красить багажник. Вот так. Ну а чтобы красить уже тут поближе и не закрасить нашу белую створку, я буду это заклеивать скотчем, чтобы случайно не покрасить вот этот наш белый, нашу белую сторону крышки. Вот таким образом. И теперь уже вот эта сторона не покрасится, и можно будет спокойно красить верхнюю часть. Вот таким образом. Вот, и продолжаем красить. Тут краска уже есть. Ну, в общем, вот так я и буду красить багажник. Вот так вот скотч работает. В общем, он должен быть очень ярким. И сверху я, конечно, покрашу его лаком, чтобы уже было все надежно. Потому что морилка эта, она, конечно, водостойкая, но она будет быстро стираться на воздухе, выгорать и все такое, как было у меня уже раньше. А лаком все-таки и надежнее все. Вот так. Очень яркий багажник. Итак, я закатал рукава, покрасил багажник, подождал, пока он высохнет. Как вы видите, испачкал себе руки. Ну и теперь я буду красить второй слой. Так как я уже говорил, надо, чтобы он был достаточно ярким. Верхнюю крышку я уже покрасил достаточно хорошо, а вот боковые нужно подкрасить.
вот я покрасил боковинку. Видите, как блестит на свету. Очень ярко. Итак, я покрасил багажник морилкой. И завтра я уже буду лочить. Итак, до завтра. Итак, мы снова в нашей технической лабораторной студии. И сегодня я буду красить, как я уже обещал, лаком. Но предварительно мне нужно вот эти дырочки зашпаклевать. Шпаклевка у нас засохла, поэтому сначала ее нужно палочкой размешать, чтобы она стала более жидкой. И потом уже зубочисткой или плоской палочкой я буду шпаклевать. Сегодня мы начинаем поздно, так как я был до этого занят. Но я думаю, план мы выполним. Хотя работы еще много предстоит. Ну вот примерно до такого состояния мы ее доводим. Нам ее надо не совсем немножко. И вот так вот берем. Откроем багажник, чтобы можно было. Так как я не вырезал, значит, нужную палочку, поэтому придется делать вот таким образом. Я вот так вставлю палочку, потом, конечно, я ее отпилю, но сейчас мне ее главное засунуть за подлицо, чтобы по ней можно было вот таким образом шпаклевать. Так, ну и все остальное, эту дырочку тоже мне, я думаю, придется сделать вот так, чтобы по ним... Там много ткани, поэтому... Ну, она очень плохо держится, я думаю, на нее мы пока что не будем обращать внимания и будем шпаклевать вот здесь. Так вот. Это проще, чем электрика. Так что с этим-то я справлюсь. Это более техническое, чем физическое дело. Так, ну пока мы оставим это сохнуть, а пока это сохнет, я сниму, значит, наш скотч. Ну, все-таки чуть-чуть тут подкрасилось, но не так, как бы это было без скотча. Поэтому немножко все-таки я подшкурю еще раз эту сторону, и мы залочим. Ну, пока я сделаю перерыв, наверное, попью чай, пока это все сохнет, а потом еще раз, значит, зашпаклюю. За шкуру и, значит, тут немножко подкрашу эти слои там под шкуру. Ну и думаю, мы приступим к покраске. Итак, пока сохла, значит, шпаклевка, я взял купленную акриловую краску, которую я покупал недавно. И сейчас я буду красить вот эти вот элементы под фарами, я так решил. Потому что, как мы видим здесь, некрасиво немножко зашпаклевано. Там была ручка раньше, я ее срезал, и тут видно, как бы. И если я все буду красить лаком, то вот этот кусочек будет виден. Поэтому я решил сделать вот такой вот красивый вот ободочек, вот такой, скажем, творческий элемент. И это все закрасить коричневым, чтобы вот эту было не видно. А остальное все просто лаком. И получится у меня багажник весь черный, здесь белая, а здесь будет коричневая. Сейчас испробуем нашу краску. Она тут запечатана. Написано, что краска для моделей. Ну, такие, как пластмассовые, знаете, там собирают всякие наборы. Вот она какая. Я сначала хотел покупать масляную, но продавец сказал, что это якобы тоже водой не будет смываться, когда засохнет. Ну, не знаю, пришлось поверить. Выбора, конечно, особого не было. Ну, возьму вот эту я, значит, кисточку. И мы попробуем сделать мазок творческий. Ну, я так скажу,
не очень. Может быть, ее нужно размешать, может быть, толстым слоем. Но, честно говоря, в точности, как вот краски, которыми я красил, не помню, уже недавно что-то я красил. А, это я красил вот как раз-таки компьютер для велосипеда, бортовой компьютер, куда я буду вставлять свой телефон с навигацией и так далее. Но, в общем-то, толстым слоем, если красить, как раз краска вся уйдет, и, как мы видим, сблизи, что более-менее закрашивается. Вот это то, что некрасивое. Ну, в общем, таким образом я буду красить. Итак, уже почти 10:30. И поскольку завтра мне рано вставать, я уже ничего не успеваю. Похоже, сегодня все-таки, уж вы извините, с покраской не получится. Ну, что я сегодня успел? Конечно, маловато. Я зашпаклевал, значит, все дырочки, так и не покрасив их морилкой сверху. Ну и сделал, как вы видите, покрасил вокруг фар вот эти вот мои ободки коричневым. Ну, в общем, я думаю, что завтра все-таки я основную работу проделаю, значит, зашкурю шпаклевку, хотя я уже заскурил. Ну, тут немножко подровнять, может, придется. В общем, завтра, надеюсь, не так много уроков зададут, и мы побольше с вами поработаем с багажником. В общем, до завтра. День 8, и я продолжаю красить багажник. Итак, коричневые кружки высохли. Сейчас я их немножечко подкрашу, чтобы не было пробелов. И потом я отшкурю нашу вчерашнюю шпаклевку и буду уже, наверное, лочить. Ну, морилкой там подшую, подкрашу, что зашпаклевал. И уже, надеюсь, сегодня-то залочу. Ну, тут совсем немного пробелов. Сейчас я их быстро закрашу, чтобы тон был одномерный, одноцветный. Как мы видим, из-за чего я начал красить, уже не видно вот этой вот этого брусочка, который я закрашивал. Так что багажник будет достаточно стильным, как я надеюсь. Так, и на той стороне. А теперь, значит, я палочка, которая у меня была длинная, я ее отпилил, и сейчас буду вот в эту дырочку вклеивать ее. Также подшкурю, и все. Будет готово. Так, вставляем. Ну, чтобы чуть выпирало, потом мы подшкурим. Вот таким образом. И пускай клеится. А я пока займусь морилкой, буду красить. Ну, а пока, значит, сохнет морилка, я все-таки разберусь с моим компьютером, куда я буду вставлять телефон с навигацией. Так, ну это крепеж от старой фары, который я так использовал вот как раз для этого компьютера, для этого держателя телефона. Так.
раньше крепился вот этот держатель вот на эту панельку. Но теперь, поскольку у меня там фара, мне пришлось удлинить компьютер, чтобы он был над фарой. И поставить вот такую вот из двух деревянных пластиночек дощечку. И теперь будет болтик у меня подлинней. Мне нужна гайка. Здесь у меня гайки. Так сказать, у настоящего профессионала должен быть должный инструмент. Я таким являюсь, поэтому у меня есть этот инструмент. Так, ну, гаечка, тут специально крепеж для гаечки есть. Поэтому ее вставить не проблема. Пропихнуть только ее туда, чтобы она встала. Там пазики, надо, чтобы она вошла в них. Ну, примерно таким образом. Так, и ставим снизу. Ну, я его уже, как видите, покрасил, все сделал. Осталось только прикрепить вот к этой вот, к этому держателю. Так, ну, гайка немножко вышла, сейчас я ее вот так закручу. И теперь уже тут нужно поменять насадку. У меня стоит крестовинная, нужна плоская. И закрутим. Ну, сверху я его буду еще скорее всего обделывать пленкой. Вот, ну все, тут гайка вошла, встала, все в порядке. Вот таким образом. Ну, это резиночка, чтобы на руль плотно крепилась. Все, вот. Таким образом, ну, сверху я, как я уже сказал, пленка. Здесь телефон, а телефон, чтобы он не отпадал, крепится вот таким держателем. Он ставится вот сюда. Так, вот. Ну, здесь вырез для камеры, чтобы можно было снимать. Сейчас я его тоже поставлю. Здесь картон, чтобы прилегал плотно, а не дребезжал. Потому что, когда я сделал его первый раз, он немножко дрожал и на кочках. Ну, в общем, телефон мог ломаться. И чтобы этим не рисковать, я вот придумал приклеить еще картон. Так. А здесь шурупчик. Он как раз таки откручиваться не будет, поэтому его я ставлю на совсем. А болтик будет откручиваться, сниматься, чтобы вставлялся телефон. Таким образом. В общем, я думаю, что прогулка будет приятной с такими приборами. В общем, посмотрим. Так, ну сильно не надо, чтобы должна она немножко ходить. В общем, вот таким образом. Будет компьютер. Так, ну, сохнуть еще какое-то время будет, так что подождем. Так, день 9, мы на улице, и наконец-таки я приступаю к покраске. Вчера вечером я закончил с этим. Ну и сейчас я, значит, буду уже наконец-таки лочить моим лаком. Итак, пока сохнет багажник, я увидел несколько вишенок, и сейчас я собираюсь немного полакомиться. Вроде прочная. Попробуем.
упал куда-то сюда. Вот. А теперь за работу. Я уже крашу третью сторону. Это, конечно, занимает много времени, потому что лак сохнет достаточно. Я крашу толстым слоем, и он сохнет достаточно долгое время. Но я думаю, сегодня все-таки мы докрасим, потому что время у нас много. Я начал в 5 часов, и, в общем, надеюсь успеть. Сейчас прокрашу боковинки и опять буду ждать, пока высохнет. Вот так. Отлично. Ну а дальше подождем. Итак, я закончил покраску багажника. Оставил только лицевую сторону, где фары, так как там предстоит более тонкая работа уже кисточками. Вот. Ну а сейчас возвращаемся в студию. Ну и в заключение восьмого дня хочу сказать. Багажник покрашен, пускай до завтра сохнет. И завтра мы уже его подшкурим и покрасим на второй слой. Итак, всем спокойной ночи, до завтра. Итак, здравствуйте, девятый день, и мы начинаем. И первая новость, которую я хочу начать, это то, что сегодня 300-летие Ломоносову. Всех с праздником, хорошего дня, хорошо вам отдохнуть. Ну а мы продолжаем, значит, с нашим багажником. Как вы помните, вчера я, значит, его покрасил, и кроме лицевой стороны, и сказал, что буду сегодня делать второй слой. Но, выйдя на улицу, я обнаружил, что вот эту сторону, получается, левую, я не до конца прокрасил. Сейчас я буду ее красить. Но сегодня я вышел пораньше, солнышко, я думаю, быстро все высохнет. Ну, начнем. Нужно размешать, чтобы лак у нас хорошенько чтобы слой был ровным, чтобы внизу ничего не осело на дне. Мы его вот таким образом размешиваем. И начинаем покраску новой губкой, потому что та после лака уже не годна. Итак, поскольку, как я уже говорил, солнышко и ветерок, уже быстрый лак схватывается, и я могу, значит, переходить уже к остальным работам. Значит, мне надо вот здесь еще подкрасить, так как я вчера это не красил, вот эти с боков стороны. И сейчас мы это как раз и будем делать. Ставим ножичек, чтобы выровнять, чтобы ничего не текло. И начинаем покраску. Только что был фейерверк. У людей праздник в самом разгаре, а у нас покраска. Пашбайк. А у нас пашбайк, как говорится, покраска. У нас выходных не бывает. Я, конечно, понимаю, что вам надоело уже смотреть этот выпуск, но не волнуйтесь, осталось недолго. Мне, собственно, тоже уже хочется перейти к работам с велосипедом, как я буду ставить колеса и все остальное. Ну, я думаю, дня через два мы это снимем. Ну, сегодня, может, завтра с багажником последний день. И уже точно начну я уже со своим лясом. Как мы слышим, салют. Я думаю, можно уже так.
красный, второй свой. Вот так. Самолет, кажется, аэропланы. Летит Карлсон. Моторчик все забыл. Кажется, он планирует. Или мне кажется. Вот таким образом. Но он кружит над школой, мы это видим. А вот и полетел Карлсон. Красиво появляется над горизонтом. Давайте посмотрим. Посмотрите, появился третий. Посмотрите на это. Вы только посмотрите. Кажется, и я включился в этот праздник. Тут теперь трое. Прямо русские амазонки. В общем, так сказать, Паш Бакер включился в праздник. Можно это все лицезреть. Из-за кустов. Около нашей студии. А вот, кстати, школа, вокруг которой у нас трек. Я могу как раз во время этого праздника пояснить. Значит, наш трек, я раньше об этом не рассказывал, но вот, похоже, настал этот день. Значит, наш трек находится вокруг знаменитой 429-й школы имени Михаила Юрьевича Малафеева, который учился в этой школе и геройски погиб. Вот, ну... О нем я, конечно, рассказывать не буду. Вы можете найти о нем информацию в интернете и в музее нашей школы. В общем, наш трек находится вокруг этой школы. И это единственная школа в Ломоносове, вокруг которой есть трек. Потому что вокруг других школ такой вот нету дороги. Да, это все красиво. Ну и, конечно, это хорошая перемена настроения, а то я наверняка вам наскучило ежедневное лицезрение моего лица, и когда я вам рассказываю скучные теории о багажнике, электронике и велосипедах. Ну сейчас можно как-то хоть переключиться, вот. Когда же у них закончится топливо? В общем, все красиво. Да, такого видишь не часто. Например, я вижу это впервые. Не знаю, как вы, может, где-то это и проходит. Но здесь у нас это первый раз, по крайней мере, я это вижу. Вот такие вот аэропланы с людьми. Кресло на парашюте, короче говоря, с моторчиком. Да. Вот вам и аэродинамика, которую мы пытались делать на велосипед.
но они кружат над стадионом, над Спартаком, который также рядом со школой. Большой футбольный стадион. Ну там не только футбол, там есть ворота для хоккея, волейбола, там теннис, баскетбол. В общем, там много всяких интересных тренажеров есть. Ну и они уходят красиво за облака, а мы пойдем, наверное, доделывать наш багажник. Вы посмотрите, как он полетит над нами низко и близко. Вот, кажется, и другой. Ну его плохо. А вот и другие. Ну, в общем, они так и будут над нами кружить. Но самое интересное, что... Ну, самое интересное, это то, что они теперь летят прямо над нами. Нам не нужно идти никуда в кусты или на стадион. Летят прямо над нами. Вы посмотрите. Невероятно. Ну, они, похоже, опять будут теперь там кружить. Ну, я только что покрасил. Ну, в общем, здесь хорошее место, чтобы наблюдать и за покраской, и за выступлениями этих удалых храбрецов. В общем, парашютисты улетели, багажник сохнет, и теперь мне пора поесть. И сегодня у меня яблоки. Ну, яблоки было достать проще, чем, конечно же, вишню. Притом одно, а яблок больше. Ну, сейчас я немного подожду, пока посохнет багажник. И продолжу его красить. Уже, наверное, лицевую сторону. А шкурить и красить на второй слой, наверное, придется завтра. Потому что шкурить нужно, когда лак полностью высохнет, а не просто немножко затвердеет. Поэтому это, я думаю, наверное, уже будем делать завтра. Ну, завтра последний день у нас работы с багажником, 10-й день. И в 11-й я уже буду, наверное, здесь же. Как вы видите, здесь нам возле студии сделали асфальт. Правда, он, конечно, очень плохой. Если бы только вы видели, как они клали. Ну, да бог с ним. В общем, в понедельник я буду делать уже велосипед. И надеюсь, это будет последний или максимум уж предпоследний день. Вы уж извините, что так долго. В общем, это будет один из последних дней. И уже дальше мы сделаем второй выпуск пашбайка. Я уже придумаю, что там вам показать. Солнышко взошло, солнце далеко, а мы все снимаем. Итак, я, значит, получил весь багажник, и теперь мы наконец-то приступаем к лицевой части багажника. И для этого мне вначале нужно отшкурить вот эти вот места. Покажите это. Вот эти места, потому что, как мы видим, здесь немножко неровно. И мне нужно зашкурить, чтобы это было достаточно ровно. И после этого уже я буду, значит, лочить. И так приступим. Значит, здесь у меня шкурка, так я полагаю, на 16. Сейчас мы ровненько зашкурим это все место. Это акриловая краска, она очень легко, она практически не впитывается и достаточно легко сошкуривается. Поэтому ее-то будет проще уравнять и сошкурить. Она не требует сложной обработки в плане ее стирания. То есть я спокойно могу это зашкурить, и это сойдет легче, чем морилка или какой-то другой лак. Маркеры так вообще впитываются хорошо. Правда, когда единственный минус, когда холодеет, начинают кусать комары, когда заходит солнце, и это немножко неприятно. В общем, вот таким образом я буду шкурить, ну и мы вернемся, когда я уже буду лочить. Ага, очень вкусно пахнет шкурка, я люблю этот запах.
Итак, вот здесь последнее место. Откроем, чтобы не мешало. И приступаем, наконец-таки, к покраске. Итак, я закончил с покраской багажника полностью. Завтра я буду красить его на второй слой. Ну, я надеюсь, вам понравился сегодняшний день. Всех с праздником. Спокойной ночи и до завтра. Итак, я закатаю рукава, и мы начинаем 10-й день. Сегодня, как я обещал, я буду красить на второй слой. И перед этим мне сначала нужно будет зашкурить багажник, потому что, как мы знаем из пособий по столярному делу, после покраски лаком дерево становится ворсистым, и нужно его немножко зашкурить мелкой шкуркой. У меня это четверка, я буду четверкой зашкуривать. Оторвем маленький кусочек. Вот, и сначала зашкурим багажник, а потом покрасим тоненьким уже слоем, потому что здесь я красил достаточно толстым, покрашу тонким слоем. И уже мы на этом закончим. Я помою велосипед. Ну и на следующий уже, на 11-й день, я буду к нему приделывать все, что я купил. И на этом, я думаю, мы закончим наш выпуск. Итак, начнем. Я начну с лицевой стороны. Ее немножко надо выгнуть. И таким образом легко... Вот таким образом мы аккуратненько зашкуриваем. И у нас становится сразу дерево гладким. Немножко зашкурим здесь, так как я красил и здесь тоже слегка. Вот так. Ну и уже начнем, наверное, с боковинок. Теперь продолжим. Как-то тут большая щель, но мы это исправим позже. И теперь будем шкурить вот эту сторону. Ой. В общем, я зашкурил багажник и теперь приступлю к покраске. Банка уже опустела почти. Практически всю банку, можно сказать, вылил на багажник. Ну, традиционно размешиваем. Хорошенечко всю муть со дна поднимаем. И тоненьким слоем уже красим. Это будет недолго, эта покраска. Потому что тут уже тонкий слой пойдет. Приступим. Последнюю поролоновую... последний поролон уже вот это остался. И сейчас его я истрачу. Ну, начнем. Итак, я покрасил под конец дня багажник на второй слой. Вот, ну, опять-таки план не удался. Я хотел сегодня успеть еще и вымыть велосипед, но, похоже, это буду делать завтра. В общем, с багажником я наконец-таки закончил. И, значит, завтра я уже помою ляс и приступлю, надеюсь, приступлю к уже приделыванию к нему деталей, к его тюнингу. Итак, до завтра. Спокойной ночи. Здравствуйте, 11-й день, и сегодня я буду мыть велосипед. Сегодня достаточно пасмурно, день плохой, но мы все-таки начнем.
Итак, только что прошел короткий ливень, но несмотря на него я скрылся под елью и домыл велосипед. Он теперь чистый, ну и завтра я уже приступлю к приделыванию к нему деталей, которые я купил. Итак, до свидания, до завтра. Здравствуйте и добро пожаловать на 11-й день пашбайка, в котором я чиню велосипед. Итак, сегодня нам пришлось снимать не возле студии, так как там проходят дорожные работы. Мы снимаем сегодня вокруг нашего трека, здесь в 20 метрах в закоулочке. Итак, сегодня, как я обещал, я буду ставить на велосипед вот эти вот детали, которые я купил. Ну и, пожалуй, начнем. Начнем с того, что снимем заднее колесо. Теперь раскрутим тормоза, чтобы нам снять заднее колесо. Так. И снимаем. Ну а теперь, после того, как я снял колеса, нужно снять крылья, чтобы поставить новые. Для начала раскрутим усы, а потом уже само крыло от вилки. Итак, вот ржавые крылья сюда, сейчас будем ставить новые. Но для начала я объясню, у меня там небольшая проблема возникла с задним крылом. Два болтика не откручивались. Первый я все-таки смог раскрутить, но вот второй что-то не хочет. И для этого я капнул на него немножко машинного масла. Вот таким образом. И оставлю пока мокнуть, отмыкать. Ну и сейчас буду ставить переднее крыло. Сейчас мы все распакуем. Итак, я очистил наконец-таки усы от скотча и хочу дать вам совет. Эти продавцы, они обматывают усы вместе с крыльями прямо наголо скотчем. Не через пленку, а прям так. И получается потом следы от скотча, поэтому советую смотреть, как вот, чтобы потом так не чистить, время не тратить. Ну а теперь я буду ставить переднее крыло. Для начала закрепим. Эту тоже загнули, придется ее выгибать. Вот таким образом. Так, и будем уже крепить. Комплект с усами, шурупчики, болтики не прилагаются, поэтому прикручивать их вот так вот нужно старыми болтиками. Так. Ну и теперь ставим крыло. Сначала прикрутили ус, а теперь будем ставить крыло. Фу. В общем, все-таки получилось раскрутить этот болтик, хотя это просто было невероятно. Даже вон солнце выглянуло, сколько я колупался. Ну, в общем, теперь придется этот уже болтик, как вы можете увидеть, весь здесь. В общем, резьба вся разлетелась, и теперь мне нужно взять новый, такой же примерно мелкий. И здесь я посмотрел, у меня таких нету с такой вот большой шляпкой. Поэтому сейчас я схожу за инструментиком, за таким, там у меня много этих болтиков, ну и постараюсь найти. Сейчас я быстро сбегаю. В общем, я нашел примерно подходящий болт, правда, с более мелкой шляпкой. Ну, а сейчас постараюсь найти для него шайбочку. Ну, или прикреплю вот так. Нет, шайбочка все-таки есть. И мы попробуем. Так. Отлично. Ну и начнем теперь крепить уже заднее крыло.
Так, отвертку. Еще одна проблема, когда я посмотрел на крыло, вот можно увидеть здесь такие, как мы видим, щели большие, плохо загнуто крыло. И для этого нужно плоскогубцами его немножко туда загнуть, чтобы туда лишний раз ничего не попало и крыло быстро не испортилось. Вот, сейчас нужно подогнуть. В общем, сейчас очень все плохо делают. И короткие крылья, и еще и некачественные крылья. Поэтому мы видим, что все очень нужно аккуратно проверять и смотреть. Особенно при покупке. Вот, как вы видите, меня надули. Ну, я покупал осенью, поэтому, а там уже ничего, выбора вообще не было. Мне пришлось ехать на Юнону. И я очень был рад, что хотя бы там нашел это крыло. Поэтому мне некогда было спорить, что вы знаете, это плохое, это хорошее. Ладно, вообще, что нашел. Но если вы покупаете летом, советую все-таки посмотреть и выбрать получше. Ну и сейчас я буду ставить крыло. Фу, в общем, я сбегал теперь. Короче говоря, эти крылья вообще не приспособлены к этому велосипеду. Вот здесь вот должна быть дырочка третья. Здесь ее нет. В общем, теперь мне придется высверливать эту дырочку, чтобы вставить туда болтик и прикрепить. Иначе мы видим, что крыло ходит. Как предыдущее мое, потому что там все заржавело, мне пришлось выдернуть. Вот, я для этого принес, значит, шуруповер. Сначала мы просверлим маленьким сверлом миллиметровым, чтобы, ну, быстрее дырку, а потом уже более толстыми уже ее увеличим. Так. Сейчас надо понять, где сверлить. Там я не до конца выровнял, поэтому нужно еще эту выровнять немножечко. Так. Я открутил, значит, пришлось открутить с этой стороны крыло. И теперь выгнуть его вот так. Метку я сделал, сейчас буду сверлить. Так, надо вначале ее найти, что ее плохо видно. Так, это грязь. А, метка должна быть ближе сюда. Так. Я нашел метку, в общем. И сейчас попробуем посверлить. Так, отлично, сейчас проверим эту метку. Так. И теперь еще пониже. Отлично, ну а теперь толстыми сверлами. Итак, мы просверлили три дырочки, две крайних и одна средняя. И теперь по средней мы будем постепенно расширять до вот этих, беря все больше, больше и больше, большее и большее сверло. Так, надо еще больше взять. Так, вот это берем. Ну, это последнее сверло, потому что там болтик больше не бывает. Иначе болтик будет слишком маленький для этой дырки. Отлично. Ну, и теперь уже ножичком, пилочками будем расширять. Вот мы затягиваем. Ну, в общем, дырочка хорошая получилась. Можно менять посадку, как вот здесь. У нас не просто дырочка, а такой разъем получился. В общем, все отлично. Так, значит, крылья я поставил, сейчас немножко я затяну вот здесь вот, потому что уже крутить ничего не придется, что устаканилось.
Все, немножко надо подтянуть. Вроде крепко. Все, отлично. Мы поставили, значит, хромированные блестящие крылья вместо вот этих ржавых. Ну и теперь я буду ставить уже переднее колесо, значит, покрышку, уже все остальное. Начнем, значит, теперь утевать покрышку и уже ставить вот эти вот наши шины. Солнышко уже заходит, красота, а мы все снимаем. Надо лучше всего сдувать покрышку, вытащив вообще ниппель, чтобы на всякий случай сдуть ее полностью. И потом, когда ставишь покрышку, не повредить камеру. Сейчас мы подуем. Прямо дымок идет оттуда. Пыль. Я не знаю, видно вам или нет, скорее всего нет, но прям дым выходит. Невероятно, какой старый воздух там уже. Ну ничего, сейчас мы его сменим. У меня здесь насос, так что все в порядке. Ну и ставим уже на нашу летнюю резину камеру. В общем, резко поднялись тучи, пошел дождь, нам надо быстренько отваливать отсюда. Без колес придется вести без колеса, я не знаю, как это будет. Так, ну в общем, я беру пока что... в руки, над нами очень много комаров, и продолжим мы, конечно же, в студии. Итак, бежали. Ну, в общем, пошел резко дождь, нам пришлось прийти в студию. Сегодня очень, конечно, непонятная погода, то ясно, то ливень. Ну, в общем, мы все-таки должны закончить, и поэтому сейчас я приступлю к заднему колесу, буду ставить на него камеру. Сразу хочу оговориться, что насчет камеры я немножко вам перепутал. Оттуда идет не песок, не какой-то дымок, оттуда идет тальк. Потому что внутри камеру смазывают тальком, чтобы она не склеивалась. Поэтому это был тальк, а не какая-то пыль, извиняюсь. Вот, ну давайте продолжим. Сейчас колесо зацепилось немножко за переднее. Вот так. Почему мы так долго снимаем? Это еще потому, что, хочу тоже это пояснить. Значит, когда вы покупаете заднее колесо, его рекомендуется все-таки разобрать и заново смазать, потому что там смазка достаточно мягкая, и она не предотвращает трение, и будут стираться быстро детали, поэтому лучше смазать все-таки своим домашним солидолом, купить смазку и смазать самому. Поэтому мы так долго снимаем, в общем, 2,5 часа, но сейчас все-таки продолжим. Так, камера сдута, и будем ее вставлять. Сейчас мы уже накачаем переднее колесо. Нормально. Так. Значит, мы накачали колеса. Я отрегулировал втулку. И теперь будем ставить колеса. Начнем с переднего. Так. И затянем. И останется заднее колесо. Ну, я думаю, мелкие детали я буду ставить уже потом, потому что в студии у нас не так уж много места, а хранится это все в коридоре. И если я поставлю еще... зеркала заднего вида слишком много места будет занимать, так что я думаю, это я все поставлю потом. Ну, сейчас основные детали, а уже потом перед самим выпуском, где я поеду, это уже мы все поставим. Так, ну и заднее колесо. Конечно, русская втулка, она не очень такая хорошая, но все же пришлось ставить ее. И, кстати, еще в чем проблема. Я хотел поставить звездочку, которая у меня была раньше, но на эту русскую втулку она почему-то не идет. В общем, придется ездить на этой большой, или я что-то буду придумывать. Но на этой большой звездочке не такая будет большая скорость. Больше будет оборотов, больше мощности, но меньше скорости. Я не знаю, будет ли это комфортно. Но это будет уже не форвард валит С2, потому что другая втулка. Ну, звездочка. В общем, я буду что-то думать, потому что я, возможно, не смогу пройти это испытание с большим... крутящим моментом. Ну, я буду что-то придумывать. Ну, а сейчас пока поставим заднее колесо. В общем, я не знаю, как это пояснить, но я снова столкнулся с проблемой из-за этой русской втулки.
у русской втулки, вы знаете, вот такой вот крепеж. Мы ее ставим вот так и гаечкой вот так крепим. У форварда вот эта вот штучка, вот этот тормоз, штырь тормоза на том колесе, на стандартном, шел прямой. И он доходил до этой штуки. И здесь можно было закрутить. Здесь мы видим, что не такая вот, а здесь приваренная уже вот эта клейма. У этой же, у русской, штырек кругленький. И мы видим, что он не доходит. То есть теперь мне и не на эту не поставить, и на эту не поставить, потому что вот это мешает. И, в общем, теперь я думаю, что мне делать. Я придумал вот что. Я, значит, закреплю ее чуть-чуть повыше. То есть, вот смотрите, если она должна крепиться вот вниз, короче, вот сюда, то теперь я ее хочу прикрепить вот прямо отсюда, кверху. Я думаю, ничего не будет, потому что этой штуки хватает. Ну, ее немножко поджать туда. Ее, в общем, хватает вот на такой высоте. Я прикреплю так. Я не знаю, что из этого получится, но надо будет попробовать, потому что я не знаю. Ходовая уже другая, в общем. В общем, я поеду на совершенно новом велосипеде. И хочу вас обрадовать, будет еще один тест с этим велосипедом, так как это уже не этот велосипед, это уже не Forward Valiant C2, а как я называю Forward Valiant C3, вот, так сказать, новая эволюция. В общем, этот велосипед будет протестирован мной и с Тедом снова, тоже в следующих выпусках, потому что у него новая ходовая, колесо уже стальное, оно тяжелее, поэтому время круга будет изменено, потом звездочка другая, покрышки уже другие, практически все другое. Поэтому он будет протестирован еще раз. Ну и поеду я, наверное, все-таки в мое путешествие тоже на нем. Я не знаю, конечно, будет... Мощность будет у него больше, но скорость-то меньше. И получится, чтобы мне ехать 20 км/ч, мне придется не вот так крутить педали, а вот так. То есть быстрее. Поэтому я не знаю, что из этого получится. Но, возможно, это будет еще комфортней. Вот. Ну, об этом позже. Сейчас я буду все-таки эту штуку крепить. Ой, не знаю, день, конечно, сегодня веселый. Не знаю, как вам, но мне, конечно, весело. Ну и сегодня последний, конечно. Почему мы и доснимаем уже, вот уже темно, а мы все снимаем. Потому что последний все-таки день этого выпуска, последние съемки. И мы уже хотим доснять и перейти к следующим выпускам. Потому что снимаем достаточно долго этот уже выпуск. Уже, не знаю, не наскучили ли мы вам. Ну, надеюсь, что нет, вам понравится. И вы будете смотреть выпуски Pushbike. Да, ну с велосипедом всегда так. Много проблем, много также и решений. Не знаю, похоже, и это не хватает. А, ну если пониже, вот так. Ну, в общем, мы сейчас прервемся. Я доделаю и продолжим чуть попозже. Я нашел решение. Вот и все. Надо было спилить по этим вот... Короче, вот таким образом. Но я поступаю радикальней и быстрее. Я ее просто отламываю. Вот таким образом. Вот. Ну, немножко краски тут. Это не страшно. Вот. И теперь будем, наконец-таки, крепить. Да. Вот так вот мы и придумали все. Да, вот так. Ну и теперь это уже можно прикрепить. И тормозной рычажок спокойненько можно прикрепить. Уже эта фигушечка не мешает, и мы крепим. Так. Надо выровнять. Вот
Так. Ну, в общем, теперь велосипед полурусский, полуфранцузский. Потому что форвард это Франция. Но это интересней и оригинальней. Так, тормоз мы сильно не затягиваем, потому что нам еще нужно ставить колесо. Об этом нельзя забывать. Так, значит, возьмем разводник, где он у меня. Но одно преимущество все-таки есть у русской втулки. У русского колеса, это то, что цепь очень хорошо натягивается. Но это даже не преимущество втулки, сколько преимущество вот именно звезды. То, что она большая, маленькая звезда, у меня цепь была слишком длинная для нее. А для этой звезды все хорошо подходит. И, кстати, русские колеса, русские гайки подходят, видите? Если мне вот на переднее колесо там старые гайки, вот эти французские от этого велосипеда родные, там приходилось подбирать самим разводником. А вот на каму и на вот эту втулку, видите, на это колесо, подходит вот этот ключ. Поэтому это все-таки быстрее и удобней. Так, приходится даже, обычно я прижимаю колесо, а тут приходится его отжимать, чтобы цепь не так сильно натягивалась. Это, в общем-то, необычное ощущение, потому что обычно все сложнее. А здесь регулировка и все остальное достаточно простые. Ну, сильно затягивать не стоит. Однако что-то тут надо тянуть и тянуть. Обычно как-то быстро так затягивается, а здесь... Ну, русские это русские. Так, ну, хорошо колесо ходит, хотя почему-то тут... Небольшая восьмерка, что ли, у него. Ну, не будем волноваться. Цепь натянута достаточно неплохо. И закручиваем наш теперь уже до конца наш тормоз. Затягиваем. Уже 9 часов. Долго мы, конечно, ковырялись. Ну ничего, мы все-таки справились. И все отлично. Так. Сейчас проверим ход. Все работает. Да, ну хорошо. Конечно, теперь у нас тут тормоз сепараторный, а не барабанный, как раньше. Не дисковый. Потому что у того велосипеда были такие две колодки. И они как бы зажимали, как диски. А здесь у нас барабанный такой сепаратор. И подшипнички, когда тормозишь, выходят. И как бы барабан вот так разжимают. И таким образом тормозит. Ну, это немножко не такой, конечно, хороший тормоз. Но зато это более надежно. Так, ну, в общем, ходовые, похоже, мы все поставили. И осталось уже крепить багажник, бортовой компьютер, зеркала и прочую ерунду. Ну, это, я думаю, потом. Итак, в общем, заканчивать надо как-то этот выпуск, подытожить надо. Ну, в общем, наконец-таки все-таки мы закончили сборку моего велосипеда. Получилась новая модель совершенно, Ford Valencia 3, так сказать. Ну, я надеюсь, всем понравился этот выпуск, эти 12 дней, которые мы снимали и которые вы были с нами. Я надеюсь, вы выучили какие-то для себя новые уроки, что-то познали новое, потому что Пашбайк – это передача, в которой мы рассказываем про велосипеды, и вы должны что-то познавать для себя новое в этой передаче. Ну, похоже, что всем спокойной ночи. Спасибо всем, кто смотрел нас, если такие были. До следующего выпуска, не скучайте. До свидания. Ведущие Евгений Кулаков, Никита Кирин и Стэд. Режиссер Евгений Кулаков. Катайтесь на велосипедах, смотрите Пашбайк. Спасибо за внимание.